Привет всем, это «Погода от народа». Итак, чего же ждать нам 6 апреля? В Барнауле днем плюс 4, в Белокурихе плюс 3. Ночью там и там 6 градусов мороза. В Горно-Алтайске ночная температура минус 9, днем плюс 7. А прямо сейчас посмотрим, какая погода будет в Бийске. Итак, в Наукограде по прогнозам синоптиков ясно и солнечно. Очень, конечно, хочется в это верить. Ну а ночью минус 5, минус 7, днем плюс 2, плюс 4. Сегодня, 5 апреля, родилась моя любимая жена Ниночка. Я тебя поздравляю, желаю тебе здоровья, счастья. В общем, я тебя люблю.